Образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 13 апреля в 80 странах мира. Итоги подвели, ошибки исправили, оценки узнали. Сегодня в библиотеке «Молодежная» состоялось торжественное итоговое собрание участников и организаторов «Тотального диктанта». Здесь наградили хорошистов, самых юных и постоянных участников, волонтеров. Также благодарственные письма вручили партнерам образовательной акции «Тотальный диктант» в Междуреченске, в том числе и телекомпании «Юнь». Телекомпания «Июнь»